Подарунок Гомелю до Нового года. У областном центре напроканцы 2019-го открыют шматпрофильный спортивный объект. Узводится он в Советском районе на базе стадиона «Промень». Готовность комплексу 85%. Все агульнобудовничие работы повинны завершиться до конца года. Зараз у центра уваги монтаж надиманого футбольного манежа. С подробязностями Евгения Кухаронок. Побудовать крытые футбольные манежи у каждого областном центре – доручение президента краины. Белые куполы мембраны уже узведены над полями у Минску, Бресте и Гродно. Уникальность гомельского манежа – наявность трибун на 500 глядацких местов. Их установка почнется, коли над штучным газоном площадью у 9200 квадратных метров узнимется купол мембрана. Дарыша до вытворца надиманого даха еще под час проектования был предъявлен шерох потребований по безпеце. Технологически сделано таким образом, что он будет состоять из двух мембран, внешняя и внутренняя, и вот в это пространство будет постоянно подаваться горячий воздух. Если вы видите уже смонтированные газовые установки, которые будут подогревать воздух, и вот эта разница температур, она не будет позволять скапливание снега. Более того, здесь уже используется система антишторм, которая, значит, не будет позволять раскачивать либо каким-то образом атмосферно влиять на манеж. И помимо всего этого, будет внутри смонтированы системы безопасности, которые не будут позволять опускаться манежу в тех местах, где будет скапливаться большое количество людей. Манеж належит Гомельской детской спортивной школе номер 6. Сегодня у ее научается около 600 юнаков и девчат по трех специализациях – плавании, легкой атлетице и кулевой стрельбе. С уводом в эксплуатацию крытого поля тут откроют отделение футболу и наберут не меньше за 100 новых наученцев. Обновленный комплекс позволит узнять спортивный рух Гомеля на новый уровень. Максимально расширяется спектр тех услуг, которые можно оказывать. То есть у нас, помимо того, что есть спортивные залы, у нас есть натуральное футбольное поле, обновилось покрытие на легкоатлетических дорожках, которое позволит проводить спортивные мероприятия по легкой атлетике республиканского уровня. Также у нас обновленные площадки многофункциональные по заверениям Федерации футбола республиканской. В следующем году, в 2020-м, нам дадут еще одно тренировочное футбольное поле искусственное размером 60x40. Шматпрофильный спортивный комплекс будет открыт не только для профессиональных спортсменов и наученцев школы, але и для всех аматоров спорта и здорового ладу життя. Серед умов – уличивать потребования безпеки и притримливаться правил внутреннего распорядка установы. Евгения Кухаронок, Василий Сипцов, телерадио, компания «Гомель».